Вторая половина июля. Сегодня немножко ненастно. Было штормовое предупреждение. И вот оно. Небо все в тучах. Людей на пляже очень мало. Правда, раннее утро. Еще нет 7 утра. И вот такие вот огромные-огромные волны. Вы, наверное, их видите. Смотрите, вот ни одной души. В море никто не рискует купаться в такие волны. Люди зашли вот на качельки, беседуют, потому что хочется общаться, хочется быть на природе, на море. И вот такие вот шикарные волны. Смотрите, какие они сильные и мощные.